Привет, народ! С вами Центурион, и решил сделать новую рубрику видео по игре Герой Меча и Магии 3 Хота, в частности, рейтинговые игры. Смотреть матч можно долго, а я решил вот просто сказать суть матча и показать последний финальный бой. Вот такие вот видосики буду заливать время от времени на канал. Если вам такое понравится, можете написать об этом в комментарии. Играли мы в Jebus Outcast, и я играл за Цитадель, минус 6500, а мой противник играл за Инферно, соответственно, плюс 6500. Дела у меня шли очень слабенько, потому что все объекты, которые я брал на золото, были маленькими, и я едва ли смог отстроить быстро мишек. Противник, как и следовало ожидать, уже на четвертой неделе спокойно пробрался на ифритах в центр и начал там мошнить. Я сначала залез в бункер, в свою очередь, и забрал быстро магию, после чего попытался также выйти в центр, но мои попытки там не увенчались успехом, потому что он уже занял центральный замок, и соответственно он уже мог меня поймать на любом моменте. Плюс ко всему, мне не падала земля, что сыграло также злую шутку. Землю, по сути, я, можно сказать, добрал в бункере и загрейдил ее достаточно поздно. Это не сказалось на моем темпе и, собственно, медленно сыграл. Противник превосходил меня очень сильно по характеристикам, и, соответственно, у меня не оставалось ничего другого, как встретить его просто лицом в своем городе. Как вы уже ранее видели, одна моральная эфрита сыграла опять-таки с ним злую шутку. Он не смог кастануть в первый ход цепную молнию, соответственно, я кастанул антимагию на своих мишек, и дело оставалось за малым. По сути, этот махач я бы назвал респовый гейминг, то есть я, по сути, не вышел в центральную пустыню и остался у себя на респе, принял бой в своем городе, и результат этого боя вы сейчас увидите. Характеристики главного героя, армия и по всем остальным параметрам, конечно же, выше у моего противника, но он ошибился, он пошел удвоить себе ману рядом с моим городом, но там уже не было дабл маны, соответственно, он подумал, что взял дабл ману, он ее не взял и напал на меня, тем самым у него не было фул запаса маны. Бой был очень потным, и, опять-таки, если вам понравилась данная рубрика, можете писать об этом в комментах. Увидимся на следующих видосиках, приятного просмотра и до встречи.